Итак, здравствуйте, автонавигатор TechSet TN700 на базе операционной системы Windows SE CE6.0. Так, вот здесь индикатор зарядки горит, microUSB разъем 3,5, выход на наушники, порт прием передачи данных mini-USB. Так. Вот так выглядит основное меню. Так, настройки, основные настройки. Путь можно выбрать, что является очень хорошо. Можно откалибровать экран. Можно настроить USB интерфейс. Все на данном навигаторе установлено. Навигационная программа Navitel. Две версии Navitel. Все. Компорт работает на первом компорту на скорости 52700, по-моему, скорость. Также Bluetooth есть, можно соединиться с интернетом через телефон и работать спокойно, и обновлять сервис на Navitel пробки. Вот все, что хотел сказать по данному навигатору. Всем спасибо за внимание.